Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это продолжение моей партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного продолжения просмотра! Right, да, тут right. Плюс 6, но я не хочу эти классные клетки, их надо не забыть обработать. I will. I always do. I mean, that's half the Civ League is like keeping in mind what's, you know, what you're next. I think that besides the fact that Colento plays like most of the people who are next to him. Look, just try to be polite, as polite as they can, because they don't want him to, like, and he always ends up in a fucking ridiculous situation. Yep. Так, теперь мне нужно строить... It's true. Что у меня по производству? Рим 80, 51. 51 Путиолы, 48 Равена. В Равене я могу построить аэродром? Могу. Вот я бы это и сделал. До терракотовой армии. Дальше кто у нас есть? Кумы. Кабул 42. Знаете что, и в Кабуле можно... Я куплю просто самолеты. Просто куплю самолеты. Так, все, нужны строители. В Аквилее театралка, да? Давайте амфитеатр я построю, а потом... Нет, вообще деньги я буду тратить на самолеты. Сидят все мои шпионы, ждут чего-то. Смотрите, на 70 науки упала у Кхмера наука. Сколько там надо бипланов для ускорения? Блин, еще 3 капера надо. 3 биплана. А, пока каперы не нужны. Ну, где меня там еще строится? В Равене куплю. Не, рынок отремонтируем. Еще строителей. You can take Aydin. You know, sword, you can take Aydin.
Yes. No. Yes. Shall I raise it? You should probably take as many as you can. Try as much as you can, yeah. I'm not really gonna budge from this position. Я медленно играю, конечно. Ну, с таким таймером тут никто не будет сейчас в цилу сидеть, ждать, как кто-то походит там вот это. Так, надо все джунгли обрабатывать. А, где у меня сидят ребята? Этот у меня на что прокачан? Мгновенно обосновывается. Так, давайте найти источники. Этот в Аквилее ждет, этот едет. В Анкхортоме сидит, да? Тогда из Аквилеи в... Ой. Блин, где там города Кхмера? А, в Анкхорт... Давайте в Анкорват. Where's my Puche even? Oh. Damn, so I see you killed Moscow. Yeah, well, you declared war on me. I had to. No, you didn't. It didn't really help much. Oh, it definitely helped. It's a plus five for him. Other than that, you know, how much can I offer my ally? I try to be a good ally when I possible. Мапучи с турком тоже в этом военном союзе. Сейчас надо посмотреть. Да. А, нет, это у меня. Да, у него он в военном союзе с турком. Он спрашивает, зачем ты объявил мне войну у македонца? Типа... Так, он на 4, да? Да, этого хватит. 4. Раз, два, да, сюда давайте. Так, в Эквиле амфитеатр, археологический музей. Путеолог, пригород. Довольства не хватает. Давайте развлекательный комплекс. Хотя, развлекательный комплекс в Остии, на самом деле. А в Остии жителей не хватает. Ну, давайте в путеолог тогда... Тут, в принципе-то, придется на этих камнях делать. Значит, развлекательный комплекс. И здесь покупаем бипланчик. Out of this room. Подождем пока. Тут я не хочу терять рабочего. О, а я уже могу... Апнулся, да?
Так, Мга, эту вот мапу вполне мы можем... Сейчас посмотрим, сколько самолет будет урона наносить. Чандрагупта wins. No shit. Stupid. Whatever, I got my diplomatic. Все, следующим ходом Нгалу мапу упадет. Царапает меня пехоту. Блин, тут все в производстве. Давайте сюда поставим бани. Забываю во всех моих этих ставить бани, что не очень хорошо. Так, тут все еще ромашка, значит тут мы ничего не делаем. Рейну, наверное. А сколько тут верфь дает производство? 4, что ли, только? Да. Иванцы тоже 4. Рейн у меня в Равене сидит. Давайте, наверное, Рейну в Анцы пересадим. Позволяет на один район больше, чем допускает уровень населения. Давайте в Остии. Так, а караван я, наверное, могу еще купить, да?
откуда у меня бегают? Из Рима бегают, из Аквилеи бегает, из Остии бегает, из Путиол бегает, из Анция. Из Анция не бегает. Дальше. Из Кум не бегает. Из Равенны не бегает. А, все, больше нельзя. Жаль. Ух ты, плюс 6, центр коммерции, как вам? Достреливает, жаль. Так. Ну, это у меня уже сейчас юниты имеют штраф к силе, я так понимаю, да? Ну, по идее, через два... А, что у меня с алюминием, кстати? Сразу плюс 3. Я, наверное, неправильно алюминий писал, написал. Ну вот, в сетевой игре, конечно, очень хреново ищется, к сожалению. Да, ладно, я так только ход потеряю. Ну и дальше надо индуса. О, 331 уже. Ок, мера. Куда это он тут пошел? Thank you.
Так, давайте перебазируем самолеты сюда. Тут я буду покупать бомбардировщики. А, это уже ходило, я так понимаю, да? Да. Темпломайор. Ну, у нас только одно озеро. Нет смысла О, терракотовую надо достроить, да. Археологический, наверное, куплю. Нет, я буду покупать самолет. Бомбардировщика буду покупать, поэтому археолога. Так, Рейну. Повыше. Я ее хотел пересадить, кстати, в Анций. А Мокшу в Равену. Yeah, you can't ask because you're in first place. And realistically, it's up to, Rome. You know what I mean? Ну, давайте будем откровенны, тут явно Кхмер лучше, то есть даже если я буду, я дальше там Чандрагупту захвачу, то он все равно захватит, вон там, турка и американца. Well, I agree that Кхмер win here. I mean, I can create like 4 armies of tanks, and I got a fuckload of armies. India's got steel already. Fuckload of units, and Rome doesn't have any town protected by walls or anything. So. I don't know, I mean... Walls? I'm like first in everything, so... Yeah, I agree that Khmer is wins here. What about other places? I don't know if you guys want to play anymore. Yeah, I'm down to play. It's my only game for today, so... You know, it's up to other people. Ну, понимаете, тут почему нету смысла продолжать? То есть я здесь продолжаю захватывать, например. Он говорит, что он построит танки и нападет на меня, потому что у меня нету стен. Ну, как бы, где-то стен два хода, их два хода открыть и все. Просто он впереди по науке. И проблема в том, что я очень долго захватывал Мапуче. Вот просто. Я не посмотрел на эти холмы, долго захватывал Кабул. Так как я долго захватывал Кабул, то я не успел выйти к городам Мапуче, когда у него еще не было нормальных юнитов. Ну, у него, точнее, и так были хуже юниты, когда я на него напал, но все равно надо было быстрее это сделать. So, let's vote about Sisi, нет?
Yeah, that's basically up to you, Alex. Well, Chandragupta doesn't get a vote because it's an AI, so I'm technically in third, no matter what. I'd like to play, like, a couple more turns, six more turns, and I'm done. Whatever it is. Хочет еще пару ходов поиграть. But yes, I will submit to a CC at like 125 if you guys want to. I'm just trying to see about this game. If that's okay, if everyone really, really wants a CC, then... My girlfriend's coming over soon, this is going to be my only game for tonight, so kind of just want to play a little. Okay. У нас там вход? Три вход. Yeah, I don't know why you chose Swissy instead of attacking Free City's Chandragupta for his 20s. You would have been way closer. Because Khmer is attacking Ottomans, then he attacking will attacking America and anyway, he will. He will has more points than me. And it's just I hear you. No, yeah, I hear you. But I mean 40 turns ago, if you had started with Chandragupta is what I'm saying, you would have had all the science that he had. So you would have been closer. And Swissy's no joke, you know what I mean? Well, I really don't like play against AI. It's not fair, I think. That's fair. That's honorable. Well, I make war against Mapuche, it's a real real life guy who really he's breathing, he's alive. Yes, he's alive. I told alive. You, I'll CC at 125 if you don't mind. And I won't oppose it. Ну то есть он спрашивает, почему я не нападал на индуса, когда он вышел. Ну потому что действительно это компьютерный игрок. Я бы действительно его как бы очень легко забирал, но чувак, вот Мапучи здесь играет, он действительно обороняется. Потом бы, когда я забрал Мапучи, я бы все равно пришлось забирать индуса, потому что, ну, просто тогда без вариантов было бы. He's aiming for diplomatic. But that's just that's the way that you should play at this. Like you know what you. You won't get diplomatic because you got to get all the wonders to get diplomatic. There's just no way to get the points because people start voting against you in the Yeah. But I'm just saying in a way when you know that you don't have any other option to win, you go for the option that the only option that you have. Like that's the reasonable thing. But it just keeps us here longer. My first great general at turn 140. Yeah, it's taken all of them, I guess, right? It's insane. I'm in Macedon, yeah, it takes all. If I was completely irrelevant, I'd say, yeah, whatever, but I'm kind of not.
something research again, because I have to rest on too, my dude. Oh. All good. Ладно, построю здесь уже кампус. You want your military alliance, Trajan? Rome? Yep. Okay. Кассу не достроил, ладно. Чё, возьму я её так? Ну, я беру. Убил мне там что-то. Ничего интересного. Deal Santa America. And the Millie Alliance. О боже. Что тут? А, соседство. Соседство. Центр коммерции гавани и театральной площади. 236-243. Ну, все равно далековато. Чудеса. Могу ли я где-нибудь построить чудеса? I sent your military alliance.
I accept the next. Otherwise, you don't get your bonus. Okay, thank you. You're very welcome, my friend. Я не успел принять, по-моему. Ну, там, видите, Кхмер забирает турка. То есть, с тем же успехом я забираю, опять же, повторю, забираю мапуче, потом иду на индус, а он идет на американц. Македонец остался в игре только потому, что он с нами двумя в союзе. Ну, мне вообще на него неудобно нападать, он реально далеко. В этом плане мапуче ближе. Но тяжело тут было, тяжело. Долгий старт, долгая атака. Не то, совсем не то. Yeah, it was definitely what's-his-face Spoon that was lagging, because it hasn't had an issue since he left. Yeah. He was playing Chandragupta, right? Yeah. Пища от внутренних торговых путей. Поэтому коммунизм не очень прикольно брать. Демократия, конечно, круче. Я его открыл, потому что не туда кликнул. Вот и все. Давайте. Alright. And I know just what to do. Huh? What is that? Последний город, бомбардировщик не дотягивается.
Все, армии у меня кучи больше нету. Просто поскачем, посмотрим, что тут. Научных городов государств не было вообще. То есть все-таки. Хотя, может, здесь кто-то. Мне кажется, нет. То есть слишком мало науки, у Кхмера было бы больше. То есть это вот чисто то, что накопилось и все. America, America, the great. Ну, смотрите, Кхмер уже. Где-то тут. Он строит. Нет, он не в ракетостроении. То есть он по нижней ветке идет в атомные бомбы, видимо. Кстати, да. Ottoman Survivor, five more turns and now. No, he's not gonna survive. Oof. Mapuche? Done too. Nope, I'm gonna. Probably be two more turns. Yeah, I go two more turns, three at the most. Can't do anything against airplanes. Yeah, bombs. If I had one more governor promotion, I could have got the air defense on Victor. Да, с таким таймером тут надо, конечно, очень тяжело при этом играть и объяснять. Тут надо просто на каких-то инстинктах, что ли, играть. Или в развитие, но тогда ты не успеешь ничего сделать. Khmer's gonna report this game, huh? How do I do it? Так, самолеты я перебросил бомбардировщиком и on the other hand, буду атаковать. You know what you can do to let me do the reporting, and you get stuck. You're still gonna get points. What are you, settler right now? I don't know. I have no idea where I am. You're a chieftain, yeah, and I'm. If you, yeah, you're ahead of everybody in an 8-man game. Yeah, then you'll still gain like 150 points. You'll end up as warlord or prince. You will report. You vote for me for the diplo. Oh, so you want to win? Yeah. Ah, no, I'm gonna do the report. It was, you know, you try to be diplomatic about shit. It's worth asking. Александр Македонский пытается победить дипломатическим. Why? Способом. Listen. Had you had a better ally, like the Kree one, he put like 15 swordsmen at my borders. 15 swordsmen. He was a shit ally. Without any battering ram, without any crossbow, like just 15 swordsmen, one crossbowman, and one knight at the point when I when as I soon went as out. I realized what he was doing, like the way he was moving his scout, I was like, oh, this is fucked. I picked the wrong ally. Все, следующим ходом мапучи не будет. You stand better off to vote for me. That's all. You do. You'll get more points. You do understand that, America, that what I did this game for you. I say everyone should vote for me, because then it means nothing. Yeah. Ну, карта вся видна за одну.
You'd still Тут be получилось sure два континента по-хорошему. Такие. What's up? If you got the next round of Diplo points, you'd still be short three, right? I don't know about that. Did you finish? We just can vote against Alexander, and he lost three Diplo point. And we're gonna finish this game. Yeah, you already finished Statue of Liberty, so you're going to be. Yeah, you'll be three short. You'll have to go like two more. Three more, actually, yeah. You'd have to win three diplomatic votes in a row. There aren't three diplomatic votes left. Yeah, and you got to industrial. No luck today. Modern atomic information. There's actually three left, but. But if I do that attack, by that time, Kemmerer will be on Mars. No, if I do that, they'll attack me. Come on. That made the best of my situation, I think. I won't lose that many points. Why didn't you go for Hong Kong? Because I already took Jerusalem. Yeah, but before. It's kind of far. Kind of far. It's closer to you than your Jerusalem. That would have been a good jumping off point in the Rome if you were planning to attack. Yeah, you could have went after It's also Rome. A much better city than Jerusalem. Yeah, 20. Говорят, что не напал на Гонконг, они спрашивают. Чувака. GG, Мапуча. Yeah, different. Yeah. Plus, it was on a different continent than you were on, too. Okay, so I took out Ottoman. Yeah, can we finish this game? You don't want to see what the vote goes at this point? You lose anyway. You can't win here diplomatic. Three turns, you don't want to see where the vote goes. Just all vote against you. Okay, let's just shift enter. Yeah, I gave them all my diplomatic favor, which I've been saving up. You only had a few, though. try the best I can, you know. Сейчас просто shift enter сделаем до 125-го хода и все. I had to try. Don't hate me. No. Нет, сколько тут три хода. Like, it's not really this Congress that I wait. Nah. All right, I will. Дождались момента, когда это дипломатическое голосование идет. Сейчас, я думаю, все проголосуют, кроме Александра, чтобы он потерял 3 дипломатических очка, и на этом партия завершится. Сейчас посмотрим, какой будет итог. Давайте уже подводить итоги. В общем-то, главная моя проблема в этой игре... Да, не прошло голосование. Everybody voted for it. Македонец возмущается, что даже искусственный интеллект проголосовал, чтобы он потерял 3 голоса. В общем, главная проблема — хреновая война против Мапуч. Это, ну, вообще, моя из основных проблем. Я не очень хорошо воюю. Но здесь я еще поздно. То есть я не посмотрел на территорию. То есть не...
принял во внимание то, ту местность, по которой буду нападать, я очень медленно забирал сначала город государства и очень медленно нападал на самого Мапучи. Я его все равно забирал. Я его все равно забрал. Но динамика была потеряна. И за счет потери динамики, из-за того, что мне пришлось еще войска строить, из-за того, что я плохо действовал, я не смог угнаться по очкам за Кхмером. И не совсем, конечно, честно было бы, например, забирать компьютерного индуса. Он постоянно вылетал из игры, поэтому его выкинули. Но на самом деле, если бы он остался в игре, он был довольно сильным бы тут соперником. И он бы мне, наверное, мешал либо Мапуче забирать, либо, может быть, там с другой стороны к Хмеру бы как-то мешал. Ну, в любом случае, здесь я сам виноват вот в том, что я не смог победить в этой партии. Ну, тут получается, только что я второе место занял. Кхмер молодец, он отбился сначала от Александра Македонского, это довольно сложно было, потом забрал там и Османскую империю, и дальше пошел. В общем, ничего, такая игра, за Рим мне опять понравилось играть. Рим одна из моих любимых цивилизаций в шестой цивиле. В любом случае, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.